Модель социально-экономического развития Приднестровья обсуждали в ПГУ. Действующая стратегия была принята еще 10 лет назад и сегодня фактически не работает. Экономисты, теоретики и практики, представители союзов предпринимателей, а также аграриев и промышленников в рамках круглого стола высказывали мнение относительно новой модели развития экономики республики. На опыте кризиса 2008 мирового финансового кризиса, сегодняшних кризисных условий, модель все-таки больше ориентирована на государственное управление должна быть. Почему? Потому что рыночная экономика, рыночные модели, они дают предоставление возможности свободы рынка, свободы предпринимателей и все возможные там свободы в реализации рыночной экономики. В кризисных условиях должна быть поддержка государства, которая сейчас в принципе и осуществляется. Опыт мировой показал, что дикий капитализм, он, ему не нужны люди, не нужна социальная защита, образование, медицина, наука, оно не приносит таких прибыли. Поэтому мы говорим государственное регулирование. Это означает, что государство смотрит. Ребят, я не даю вам большие налоги, да? Не даю большие налоги. Но извините, вы должны их заплатить, так сказать. Да? Извините, вы должны социально обеспечить, допустим, работника своего коллектива. Ну, примерно вот так вот. Ежегодно в мае экономический факультет организует конференции. В этом году решили провести круглый стол, а большой международный форум запланирован на конец года. На нем продолжится обсуждение модели социально-экономического развития Приднестровья с участием широкого круга экспертов.